показывать в Израиле, какой у меня внук большой, который меня научил играть в Xbox. Ясно. Мороженое? Йогурт, мороженое. Вторая вылазка. Бабушка пошла с коляской. Are my eyes open? Are my eyes all open? Нет. Oh, no. Приехали в Йогуртис. Надо воды попить. И берет себе штучку. Это идет на вес. Габуси свой стаканчик. Каждый берет на вес. И проходим сюда. Габи, иди сюда. И здесь разное мороженое. Здесь нарисовано, какое мороженое. Здесь клубника, здесь яблоко. А посередине и клубника, и яблоко вместе. Здесь кокос и пюртарт. Коконат. Сюда ей держи. Нет, потому что оно еще долго надо держать. Оно еще только мы первые. Все. Оп. Все. Хватит. И вот здесь нутелла. Хочешь нутеллу, Илюша? Нутелла. Подними, подними. Держи рукой. А это до конца. Все. Вон оно налилось. Хватит, много не бери. Вот пекан орешки. Да, вот это я хочу. Давай, где твои? Это и есть мороженое. Это просто йогурт называется. Frozen йогурт. Так, дальше. Это вишенка и Red Velvet Cupcake. Это вельветовое пирожное. Давай, что мы ей? Нет, черри не надо. И кейк баттер. Ванилу. Поехали, ванила. Ванила. Возьми. Бабушка сама все делает. Ванила. До конца надо, да. Надо, ведь ты можешь много, просто Габи много не надо, потому что она не съест много. Я до конца. Да, до конца, но просто выходит, что она там его месит, и мы первые, тем более. Да, это Габи, это Баби. Пей. Все, Габи насыпает. Габи, все, да. Все, хватит ей. Да. Так, все, теперь что мы еще ей насыпем, что она еще любит такое цветное? Такую конфетку, ну хорошо, давай такую, они мягкие. Ой, Габи, какие красивые. Вот, мини-чоклад мальт, не знаю, это не надо, это твердо для нее будет. Так, дальше еще фрукты идут сверху, можно бросить. Давайте идем ей бросим. А, печеньки, Доша, ей тоже вот такие печеньки надо. Вот, мама себе делает все Доченька, добавки. Да, доча, вот это что? Значит, это чизкейк пис. Это как пирог. Кусочки чизкейк. А это кул вип. Это крем взбитый. Я думаю, что ты, дай бог, чтобы это доела. А вот это нанаймо барс. Это вот очень вкусное печенье-пирожное. Сверху можно поставить. Габочка, давай мама поставит тебе еще. Ты не ешь, боже, ребенок уже ест. Положи стробери для Габи тоже. Вот это для Габи поставьте, пожалуйста. Вот это. Да, мамка кушает йогуртис. Вкусно, Габочка и Доша? Ты рад? Вкусно, как вкусно йогуртис.
boy to have lightning powers. That's my. Когда я сижу, мне ничего не болит. Я могу сидеть часами. Привет. Привет. Довольная девочка. Сейчас приду, буду делать пельмени. It's okay. Привет. Привет. Мои девочки, как мы красиво сидим.